Доброе утро! Прекрасная возможность получить профессию будущего. В Черкесске на базе многопрофильного технологического колледжа открылся центр опережающей профессиональной подготовки. Алихан Лепшоков расскажет подробнее. Центр опережающей профессиональной подготовки позволит гражданам всех возрастов повысить свою квалификацию и пройти профессиональную подготовку. На открытии учреждения всех собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Джанибек Суюнов. Он подчеркнул, что центр опережающей профессиональной подготовки открывается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по поручению главы республики. С открытием этого центра мы связываем большие надежды по выполнению тех целевых показателей, которые доведены до нашей республики в рамках исполнения вопросов, связанных с подготовкой и переподготовкой кадрового потенциала нашей республики. В связи с этим у нас ряд задач перед всеми нами стоит. Мы надеемся, что с открытием этого центра для наших граждан появится возможность получить профессиональное образование по наиболее востребованным перспективным профессиям и компетенциям, отметила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Опережающая подготовка – это значит подготовка тех специалистов, которые нужны будут экономике региона уже завтра. Именно этот центр будет заниматься подготовкой конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров в том числе. Мы должны понимать, какие кадры нужны, где и когда они потребуются. И сегодня создана вся необходимая инфраструктура, чтобы эта подготовка проходила на высоком уровне. После заместитель правительства республики Джанибек Суинов и министр образования и науки Инна Кравченко, перерезав красную ленту, дали старт деятельности центра опережающей профессиональной подготовки. Все кабинеты оснащены современными компьютерами и необходимым оборудованием для учащихся. Здесь каждый сможет получить тот необходимый багаж знаний для дальнейшего трудоустройства по востребованным профессиям. Будем надеяться, что этот центр принесет много положительных результатов для нашей республики, для нашего населения, для нашей экономики. Будем ориентироваться как на профессиональную ориентацию школьников, и для всех категорий граждан будем готовить активную переподготовку, повышение квалификации, будем адаптировать наши программы под реалии экономики. Собравшиеся подчеркнули, что данное образовательное учреждение станет для всех жителей региона местом вдохновения и новых знаний для профессионального роста. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильные ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, порывы будут до 12-14. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 11, днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11, порывы будут до 14. Температура ночью 16-18, а днем 22-24 градуса тепла.